Светлана Лобода опять в центре скандала. Знаменитая артистка оправдывается за то, что последние 8 лет не видела, как Россия убивала украинцев. Я очень заблуждалась. Я очень виновата, что я была безучастна. После этих слов певицу тут же обвинили в лицемерии. Причем как россияне, так и украинцы. Почему же в раскаяние певицы никто не поверил? Я была как маленький ребенок, который просто потерялась. А кому из артистов таки удалось исправить ошибки прошлого, смотрите прямо сейчас. 24 февраля Светлана Лобода неожиданно выразила проукраинскую позицию. Ведь пока Россия с 2014 года убивала украинцев на Донбассе, Лобода построила в стране-агрессоре успешную карьеру и стала там номером один. А лучшая певица Светлана Лобода. Я люблю там, где любят, там, находиться там, где любят мое творчество, мою музыку, мою работу, где принимают меня, где люди ждут меня. Какая к черту разница, какая это страна? Самая успешная артистка в России до 24 февраля делала вид, что в Украине нет войны. И даже подыгрывала русской пропаганде. В стране мы все время подвергаемся и угрозам со стороны радикалов. С 2014 года Света строила из себя голубя мира, который вне политики. Россия, Украина, Казахстан. Да в мире полно стран. То, что происходит в политике, это нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого. Сегодня же артистка уже признается о конфликте, знала, но зарабатывала деньги. Все понимали, что это конфликт. Территориальный конфликт между странами, но это не была полномасштабная война. Это было где-то там далеко. Но когда русские ракеты начали летать над головами ее близких людей, только тогда Света и прозрела. 24 февраля все стало совсем другим, все стало слишком однозначным. Мы все поняли, что это война. Светлана Лобода с Москвы вернулась в Украину и начала активно помогать беженцам. Я все время брала с собой деньги, всем раздавала деньги. Мои ребята говорят: «Свет, остановись, не так это делается». Певица родом из того самого Ирпеня, где российские военные убивали мирных жителей и разрушали дома. После того, как я приехала в Ирпень с моей командой, с моими девчонками-пиарщицами, мы создали фонд под названием «Душа». И я говорю: мы должны срочно делать тур. Не могу я сидеть больше. Мы должны делать тур, мы должны собирать деньги, мы должны помогать. Я раздаю все свое, но так это не бесконечно. Нам нужно зарабатывать деньги для того, чтобы их отдавать. Но вот проходит полгода. Весь мир убедился в том, что Россия – агрессор с имперскими замашками, которая хочет уничтожить Украину. И делает это в том числе с помощью языка. Но при этом Светлана Лобода просто-таки по кремлевским методичкам поднимает вопрос языка. Якобы в Украине кто-то кому-то запрещает говорить на русском. Русский язык не принадлежит русской власти. Он принадлежит русскоязычной аудитории, русскоязычному человеку, который живет во всем мире. Говорить какие-то претензии по поводу того, что кто-то говорит на русском языке, я на нем думаю. И оправдывается перед русскими поклонниками, большинство из которых поддерживает войну против Украины и теперь считают певицу предательницей. Многие поклонники мои из России говорят, что вы нас бросили, вы нас оставили. Такое говорят? Да, но я читаю какие-то сообщения, вы нас оставили. Я украинка. Я очень люблю свою страну, я очень люблю свой род. Для меня семья – это самое важное, что у тебя есть в жизни. И я всегда буду с ними до конца. Я жертвую своей карьерой. Артистка до сих пор верит и транслирует байку про братские народы. Наши народы были всегда очень близки. Мы говорили на одном языке. Эта война тем еще ужаснее, еще страшнее, чем война между государствами, которые не являются соседями. У нас у всех где-то тетя, где-то мама, где-то отец, где-то братья. Интересно, делает вид или реально не понимает причины развязанной Путиным войны? Почему это произошло? Как это могло произойти? И за что вообще нам все это?
понять сложно. До полномасштабной войны Российской Федерации против Украины многие украинские артисты ездили на заработки в Российскую Федерацию. Несмотря на войну на Донбассе и аннексированный Крым, они делали вид, что музыка вне политики. Я выступаю в России, это факт. Тебя не все понимают на Украине по этому поводу? Да, нет. Но 24 февраля большинство из них опомнилось. Известный клипмейкер Алан Бадоев, который до 24 февраля тоже преимущественно работал в России, первым публично раскаялся. Наверняка я был один из тех людей, которые максимально показывал дружбу народа. Да? Максимально помогал создавать вот это... общую творческую какую-то подушку, да, и на сегодняшний день, и теперь я понимаю, насколько это ужасно. А его коллега Макс Барских не только впервые запел на украинском, артист пошел служить в вооруженные силы Украины, чтобы искупить вину. Привет, Украина, привет, украинцы, я вас очень люблю и очень горжусь вами. Риторика Светланы Лободы отличается от коллег по цеху. Поэтому украинцы, в том числе известные, расценили это как попытку усидеть на двух стульях. Теперь есть ли хотя бы какой-то маленький шанс, что ты поедешь в Украину? Конечно. Вот сейчас. Не оценили такую позицию и в России. Например, Иосиф Пригожин и Валерия. Ведь во время полномасштабной войны нет места полутонам и двузначным высказываниям.